Эй, приветствую вас, друзья. Меня зовут Кристиан Блэк, и я готов закупорить этот вулкан к чертовой матери. Мы в сумме на него потратили две серии. Да, я посмотрел. Около часа это заняло. Это не дело. Что-то здесь есть. И что там, мы совсем скоро выясним. Как та часть, которая под лавой? Ну, видимо. Я не понимаю, как работают эти угли. Как угри работают, я понимаю. Пока-пока. Ага. Есть. Ждем. Вот чего мы ждем. Не надо спрашивать каждый раз. Это что за... Я не доверяю тому, что там наверху происходит. Это тьма? Дым? Сердце горы? Давайте послушаем Сейна. Где мы? Не могу посмотреть. Сейна, ты красавчик. Я тебе говорил уже. Битва? Прекрасное начало. Охренеть. Ушли от нее. Дадите сохраниться, верно? Или не, не очень. Я уже говорил, что это жесть. Ага. О, тут еще и все загорается. Ты... Ёпа вашу мать. Мы снова тут. Но нет, не опять. Да, я взвизнул. Это еще не все. А если подумать? Ага, все загорается к чертовой матери. Окей. Что вы мне? Бред! Ну нет. Я уже говорил, что это трудно. Говорю. Я такой тупой. Какой же я тупой? Тут был ветер, а я все это время пытался запрыгнуть. Неважно. Я понял. Я сдох там 37 раз. Х
Хотел снять с паузы. Хотел вам показать. Она не включалась, потому что было нажато слишком много кнопок. Ну и отпустил. Не самую бесполезную. Уже так задолбался, честное слово. Вот это очень трики парт. Коснуться здесь, коснуться здесь, упасть здесь. Теперь-то я все понимаю. Я пытался запрыгнуть там. Вы представляете, как это было трудно? Вы, наверное, не представляете, как это было трудно. Я больше не управляю. Фух, Ори. Я сделал это. Ори, нет. Нет. Нуру, она придет? Эй, парень, ты телекинетик и прочее. Подними меня. Ну и куда ты собрался? Встал. Таки встал. Давай. Это так мило в его исполнении. Твою мать. Нуру. Мы управляем ей. Но он ничего не сможет сделать. Ей больно. Она вспомнила. Надеюсь, что ей удастся. Господи, все в огне. Она вернет. Она... пожертвовали собой. Очень красиво. Безумно красиво.
то, кто лежит кто-то еще и еще. Это они. Эй, ему нельзя оставаться одному. Он не один. Они не одни. Ну вот и все, да. Спасибо, Mon Studios. Они сделали замечательную игру. Не ожидал, что финал будет таким. Но он действительно тронул меня до глубины души. Я рад, что поиграл в эту игру. Да, она определенно стоит всяческих наград. Кур, вот они. Музыка здесь оставляет большой след, и я даже не знаю, что говорить. Несу какую-то чушь. Это было действительно прекрасно. Это было нелегко, но... Это очень мило, и... Это замечательно, что я играю в такие игры. Можете не смотреть до конца, а я досмотрю. Что ж, друзья, с вами был Кристиан Блэк, и это был Ori and the Blind Forest. Всем спасибо за внимание, всем пока, увидимся в новых играх, спасибо, что были со мной.